Вот так поступают в нашей стране с неугодными людьми. Ну что ж, помоги Господь. Благословлял всех президентов на выборы, молился, а сегодня удостоили мне такой великой чести. Я очень-очень всем благодарен. Плакать не стану, уже выплакал, но молюсь Богу, что Господь послал им розум. Ну а если умру, то дайте такое слово, что закончился крестный путь, и человек, как Иоанна Златоусте, пришел до той последней точки, куда можно прийти. Спасибо вам. Храни вас Господь, поверьте, я вас действительно люблю.